В этом году жителям 6-го микрорайона Дед Мороз положил под елку пульт от телевизора, чтобы они смогли смотреть свой любимый местный канал «Видное ТВ». На протяжении нескольких лет они были оторваны от жизни города и района. Мероприятия, праздники, нововведения — собственно, все, что происходит в муниципалитете, можно было оперативно узнавать в новостях канала. Но в один момент это стало невозможным. Очень долго ждали этого события, и теперь мы, жители 6-го микрорайона, будем в курсе всех новостей Ленинского района. За почти 2 года отсутствия телеканала местные жители, кажется, стали забывать о его существовании. Привычку ежедневно в 20:00 смотреть выпуск новостей теперь снова придется прививать себе. Будем смотреть. Смотреть буду, безусловно. Мы смотрим. Не так часто, но смотрим. Новости «Видного ТВ» интересно, конечно, но насчет смотреть с маленькими детками возможности не всегда есть. Поэтому есть и соцсети. Конечно, помимо телевизионного вещания, «Видное ТВ» можно смотреть в любое удобное для вас время в интернете. На официальном сайте видное-тв.ру, а также в YouTube и социальных сетях. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Елена Кошлева, «Видное ТВ». В нашей студии сегодня Игорь Николаевич Попрыга, генеральный директор компании «Транском». Пока телевещание проходит в тестовом режиме? Да, действительно, с конца 2015 года мы начали транслировать канал «Видное ТВ» в кабельной сети ООО «Транском». Однако мы могли это сделать и ранее. С мая 2014 года мы неоднократно обращались к руководству компании, однако до конца декабря 2015 ответа не было. Сейчас мы наладили отношения и транслируем канал в нашей сети. Ну, думаю, с этого времени мы начнем тесное сотрудничество, ведь главная цель которого – обеспечение местным телевидением. А скажите, а сколько абонентов в 6-м микрорайоне и каково качество вещания? Ну, на сегодняшний момент сеть кабельного телевидения насчитывает порядка 3000 абонентов. Качество, я считаю, достаточно хорошее, и мы постоянно его совершенствуем. На сегодняшний момент мы транслируем порядка 40 аналоговых каналов и около 20 цифровых. Угу. Ну, наверняка у жителей появятся вопросы, у жителей 6-го микрорайона, по подключению телеканала «Видное ТВ». Куда им обращаться? Всегда можно обратиться в наш офис продаж, расположенный по адресу улица Ольховая, дом 2, а также по телефону 498-767-5004. Спасибо за ответы. Я напоминаю, в нашей студии был Игорь Николаевич Попрыга, генеральный директор компании «Транском».